Безліс лісайго достовар, я й не мазна, де вам? І ти ми сві, іркуно кобо, сіздам, істі датлы, мерахлы, яңы, інсанларнен, мусафорлернен, таныштырмаға, ашықамыз. Эбе, студиямызда мерахлы бір мусафор, қолымда бөле ойыншақ бар. Біздің мусафорымыз бөле ойыншақларыны озы япа екен, ойс қоларынен, ве бүгін бұ техника бойынша лафеті джеміз, бұ гүзел ойыншақлар насыл Дүния үзі көргені ақта бізің мұсафырымыз тариф етеджек. Ойыншақлар дизайнері Эльмира Анафиева. Сәлем алейкум. Сәлем алейкум, сабалар хайыр. Как настроение? Очень хорошее. Как обычно начинается утро? Ну, обычно встаем, занимаемся всеми домашними делами. Как правило, я бужу сына в школу, сборы, и вперед в школу отправляемся. И потом уже начинается домашняя суета. И, соответственно, приступаете к своей работе. Это обязательно, да. Каждый день я обязательно должна повязать. Как я говорю, хоть ручку, хоть ножку, тушку там, неважно. Обязательно что-то должна повязать. Эльмира Ханым, сегодня наш стол вот усеян этими игрушками. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея вязать такие красивые игрушки? Ну, идея возникла, ну, как всегда, интернет. Интернет нам в помощь. Видела впервые в Инстаграме, смотрю, что как бы это стало достаточно популярно, и многие интересуются этим вопросом, особенно молодые мамочки. Но, в принципе, и не мамочки, как бы и многие взрослые люди приобретают себе игрушки. Вот. Но у меня двое детей, дочка, сын и дочка. Вот. Ну и решила первую игрушку попробовать связать для малышки своей. Ну вот связала, вроде понравилось. Все близкие одобрили, поддержали меня, и поэтому как бы вот решила дальше, ну, развивать свое творчество. Начала вязать, и вот уже у меня достаточно большой опыт, уже чуть больше года я занимаюсь этим делом. Чуть больше года? Да. Ничего себе, уже такой результат. Да, я вот думала, да. Там намного больше. Ага. Очень красиво. Насколько сильно должно быть желание, если за один год у вас получаются такие прям идеальные мягкие игрушки? Это мягкие игрушки, но не прям такие вот плотные. Плюшевые, да, ну плотные, да. Твердые. Из чего состоит эта игрушка? Можете нам немножко рассказать? Да, обязательно. Значит, ну, самое главное – это пряжа. Самый основной элемент, потому что как бы из пряжи, соответственно, мы вяжем. Вот. И приобретается наполнитель, которым я наполняю игрушки. Наполнитель, как правило, это холофайбер. Есть синтепон, синтепух, но это все не очень как бы подходящий вариант. Идеально подходит холофайбер. Он состоит из таких волокон, которые скомканы в шарике. И когда наполняешь игрушку, она равномерно наполняется и хорошо держит форму. Ну и, соответственно, после стирки она тоже как бы, ну, сохраняет форму и выглядит красиво. Много ли таких игрушек у вас дома? Вот что самое интересное, нет, потому что, получается, я вяжу, у меня ее покупают. А либо заказ, я вяжу, да, и кому-то, да, и кому-то, может быть, я ее дарю. В принципе, есть несколько игрушек, вот, ну, в основном все у дочки. Сына тоже вязала несколько героев, была популярная игра, может быть, слышали все, Among Us. И это был просто бум, у меня тоже было очень много заказов, ну, вот именно этих игрушек. И он меня тоже попросил, он говорит, свяжи мне, пожалуйста, говорит, такой. В общем, я ему тоже связала, и вот у нас несколько игрушек, но немного. В основном вот эти игрушки, но они как бы для покупателей. А вообще много времени уходит на создание одной игрушки? Ну, вот, например, вот такой. Вот. Ну, где-то 2-3 дня. Если я располагаю временем, при большом желании можно за 2 дня ее спокойно связать. Ну, как правило, семья, домашние быты, какие-то дела, и получается, ну, где-то в среднем дня 3 вот именно на такую большую игрушку. Если вот маленький тигренок, я его могу сделать за день. Это ваша основная работа или больше как хобби? В данный период жизни, так как я не работаю где-то на официальной работе по найму, я занимаюсь больше детьми сейчас, поэтому это сейчас как бы такое хобби, бизнес, наверное, если можно так сказать. А когда вы только загорелись этой идеей, когда начали шить первые игрушки, думали ли вы о том, что это произведет такой успех, и вы в будущем сможете их реализовывать, заняться таким, скажем так, бизнесом? Ну, изначально вообще как бы не было такой у меня цели поставлено. То есть я просто связала, решила себя попробовать в этом деле. А потом, когда, в общем, так посмотрела, реакция такая одобрительная, ну, всему окружению понравилось, я думаю, так, надо продолжать. Начала вязать одну, вторую, третью, и как бы первые игрушки, конечно, не такие красивые получились, может быть. Но дальше больше, как бы рука уже стала набиваться, и как бы игрушки стали более симпатичные, и уже такие вот у них формы появились, которые можно именно вот презентовать, допустим, или продать клиенту. То есть, ну, как бы постепенно-постепенно опыт появился, и
дело пошло. То есть, когда вас зовут на праздник, на день рождения, вопрос о подарке тогда уже не возникает, да? Ну, практически да, особенно если это маленькие детки, ну, там, примерно, там, ну, до 8, там, до 9 лет, то, в принципе, подарок всегда у меня готов. Откуда берете идеи вот для дизайна, вот для цвета, где вдохновляетесь? Ну, опять-таки, Инстаграм, естественно, я просматриваю работы других мастериц, я вдохновляюсь, ну, все так делают, вот, я просматриваю, потом как-то комбинирую цвета, подбираю сама, ну, естественно, как бы мое видение где-то тоже, потому что у какого-то мастера игрушка может быть там зеленая, красная, а я там комбинирую, например, какие-то другие цвета. Ну, и в зависимости от заказа, наверное, да? Также заказ обязательно, потому что, когда клиент мне заказывает, мы обговариваем, естественно, цвет, как будет выглядеть игрушка, вплоть до того, что какого цвета у нее будут глазки, будет ли на ней бантик, например, там, или реснички, то есть это все обговаривается. То есть вам можно даже скинуть какую-то картинку животного, и вы вот изобразите ее вот в таком... Ну, формате, если у меня будет какой-то, допустим, мастер-класс, я могу, потому что, ну, я сама, например, мастер-классы не пишу, вот, ну, что-то подобное, если захотят кошечку, там, да, кошечку раз, там, можно связать, собачку, у меня очень много вот именно зверят, которых я уже связала, но на самом деле есть еще к чему стремиться, еще много не связано, поэтому. А вы делаете только игрушки животных, либо же и, может, и что-то другое? Какие-то куклы вы имеете в виду? Куклы, возможно, да. У меня была такая задумка, и очень много есть идей тоже по поводу именно кукол, но, честно говоря, пока руки не доходили, потому что куклы вяжутся из более тонкой пряжи, это более пушистая, а с тонкой пряжей сложнее работать, и получается дольше, и, соответственно, игрушка будет стоить дороже, и клиенту может это не понравиться. Вот, поэтому, ну, именно вот кукол не вязала пока еще. А если клиент закажет вот такую куклу, скажет, мне нужна? Ну, я думаю, что я рассмотрю этот вариант. Если человек заинтересован, то я возьмусь за это. И если у меня будет данный мастер-класс, я спокойно как бы возьму, свяжу и все. Был у меня такой опыт, я вязала погремушку. Тоже из тонкой пряжи, не из такой пушистой. То есть там деревянное колечко, внутри гремелка. И, ну, то есть это полноценная погремушка, она мягкая, абсолютно безопасная. То есть для детей это вообще отличный вариант. То есть вот, ну, как бы вот такой вариант у меня был, такой опыт. Участвуете в каких-то выставках или фестивалях вот со своими работами? Пока еще не участвовала, но были у меня такие задумки. Как бы у нас в городе часто проходят какие-то ярмарки. И вот я думаю, навяжу и пойду. Ну, получается, у меня либо их раскупают, либо у меня, ну, недостаточное количество, поэтому пока еще не участвовала. Но в планах у меня есть такое, есть такие мысли. Самая большая игрушка, которую вы связали? Большая, наверное, самая — это единорог. Ну, достаточно большой, по-моему, где-то 35 сантиметров, ну, если вот в стоячем положении. Это самая большая игрушка. Это тоже был заказ или вы сами? Первого единорога я связала просто сама, мне очень хотелось, он мне очень понравился. Я нашла схему и, естественно, связала. Дочка хотела. Ну, потом уже, когда я его связала, дочка сказала, ну, вроде как бы он мне не нужен. Вот, потом я его продала и второго единорога связала на заказ, ну, и потом остальных тоже как бы уже вязала на заказ. На сегодняшний день каких зверюшек, какие игрушки заказывают больше всего? Что больше предпочитают? Даже сложно сказать, потому что вот у меня как-то вот разных. Может, мишки в основном или вот тигрят? Если взять именно вот на данный момент, да, вот сейчас пошел бум на тигрят, все массовые заказывают, потому что, ну, как бы все знают, что следующий год тигра. И поэтому вот у меня вот сейчас вообще висит на мне большой заказ, я должна связать вот таких вот 50 тигрят. Поэтому таких, да? Именно вот таких, да, вот, им вот разного цвета там они есть, и 50 штук. Поэтому вот можно сказать, что сейчас самая продаваемая игрушка – это, естественно, тигренок. А так вот, ну, зайчики, мишки в основном, вот самые такие вот популярные, вот в основном они. Следите ли вы за трендами? Что сегодня популярно в мире, в интернете, возможно? Вы сказали, вот вы вязали персонажей из игры Among Us. Также можно следить, что, какие фильмы, какие мультфильмы, может быть, аниме популярны, и вязать вот персонажей этих. Да, сейчас есть популярный, по-моему, это сериал «Кальмар» называется. «Игра в кальмара», да. Да. Ну, я на самом деле не смотрела, не видела ни игру, не смотрела ни сериал. Правда, дочка мне показывала там одну серию, так бегло пробежалась. И сейчас популярны вот эти герои в этих своих красных костюмах с треугольниками, квадратиками там на лицах. У меня есть в планах, и я уже даже приобрела пряжу красного цвета, то есть я обязательно свяжу, вот в ближайшее время, как только закончу этот заказ, я обязательно за них возьмусь. То есть все, что становится феноменом поп-культуры, можно связать? Можно. И да, можно. На самом деле можно связать абсолютно все, что угодно. Эльмира Ханум, какие будут пожелания нашим телезрителям сегодня?
Желание в первую очередь, у нас сейчас непростое время, все это знают, поэтому я желаю всем в первую очередь берегите себя, не болейте, берегите своих близких. И что касается рода моей деятельности, балуйте детей, дарите им радость, приобретайте игрушки. Детство, оно пролетает очень быстро, и наши дети вырастают тоже очень быстро, поэтому балуйте и доставляйте всем удовольствие. Чёх сагулнус. Желаю вам дальнейших успехов в вашей такой сфере деятельности и ждем вас еще в нашей студии. Чёх сагулнус. Да, вдохновения и побольше новых идей. Сагулнус. И вам тоже успехов. Чёх сагулнус. Субъетамус сонгна кельда сайгла дослар, вас яйнумус надевам и темус, шымда да, игрмы дахамус бар, невбитеки, ляхамус азыр келинг серетейк.